Дочери национального героя Азербайджана Алахверди Багирова посетили его могилу в Агдаме. Обе дочери Багирова служат офицерами в государственной пограничной службе. Капитан медицинской службы Айнур Багирова с радостью сообщила, что ее отец вернулся на родную землю, где 27 лет назад стал шахидом. «Сегодня, будучи офицером погранвойск, эту профессию пророчил мне отец. Я с гордостью стою перед его могилой. Выражаю признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и доблестной азербайджанской армии за то, что они подарили нам радость этой победы. Я уверена, что с освобождением Агдама душа отца и других шахидов найдут утешение», — сказала Багирова. Другая дочь нацгероя, полковник-лейтенант Зумруд Багирова, сообщила, что последний раз на родной земле была в 1993 году в 6-летнем возрасте. «Чувствую гордостью, что, продолжая путь отца, я, как пограничник, вступила на наши земли. Выражаю глубокую признательность главе государства и героическим азербайджанским воинам за то, что вернули наши земли. Я склоняю голову перед отцом и всеми погибшими за родину шахидами», — подчеркнула Багирова. Напомним, что Алахверди Багиров стал шахидом 14 июня 1992 года, попав на мину. Он был похоронен в аллее почетного захоронения Агдамского района. Несмотря на то, что могила была залита бетоном во время Первой Карабахской войны, надгробный камень не был установлен.